Слово для приветствия представляется генеральному секретарю Всемирной Федерации Профсоюзов товарищу Йоргису Маврикосу. Подготовится товарищ Локоть. Уважаемый президиум, дорогие друзья, дорогие товарищи, от имени Всемирной Федерации Профсоюзов мы приветствуем съезд Коммунистической партии Российской Федерации и желаем успехов во всем, что касается интересов рабочего класса и вашего народа. Для Всемирной Федерации Профсоюзов большая честь и радость находиться в стране, рабочий класс, профсоюзное движение и профсоюзные кадры, которые были сердцем и разумом нашей организации. Мы, нынешнее руководство Всемирной Федерации Профсоюзов, гордимся профсоюзным движением СССР и благодарны ему за его интернациональный вклад и важную роль в международном профсоюзном движении. Дорогие друзья и дорогие товарищи, Всемирная Федерация Профсоюзов была создана 3 октября 1945 года после завершения Второй мировой войны и победы Красной армии над фашизмом. Создание ВФП было плодом развития рабочего профсоюзного движения на национальном уровне и выражало необходимость международной координации и пролетарской солидарности всемирного рабочего класса в борьбе против капиталистической эксплуатации. Всемирная Федерация Профсоюзов является организованной авангардной частью международного профсоюзного движения. Основная наша цель – это защита прав всемирного рабочего класса, отстаивание профсоюзных свобод, а также борьба за ликвидацию эксплуатации человека человеком и за свержение барбарской капиталистической системы. Мы гордимся историей нашей организации. С самого начала и до сегодняшнего дня, с первого же дня, ВФП стала на сторону социализма и выражала моральную и материальную поддержку и профсоюзную солидарность народам, которые боролись за свое освобождение, а также помогала товарищам в Африке, в Латинской Америке, в Центральной Америке, в Азии, на Ближнем Востоке, в Европе, на Карибах и во всех остальных уголках планеты. Мы гордимся тем, что именно на плакатах и документах Всемирная Федерация Профсоюзов впервые были написаны самые радикальные лозунги профсоюзной борьбы и профсоюзной деятельности в целом. Сегодня Всемирная Федерация Профсоюзов насчитывает 82 миллиона членов во всем мире. Около двух лет назад, в апреле 2011 года, в Афинах прошел 16-й Всемирный профсоюзный съезд. Это был открытый демократический классовый съезд с новыми целями международного классового профсоюзного движения. Всемирная Федерация Профсоюзов сегодня нацелена на следующее. Усиление классовых боевых признаков профсоюзнов на всех уровнях. Укрепление классовых профсоюзнов на рабочих местах. Укрепление наших отношений
с простыми рабочими и усилением демократического принципа профсоюзов. Продвижение интернационализма и интернациональной солидарности. Единство рабочего класса против капитализма и против империализма. Укрепление доверия к роли рабочей молодежи и женщине рабочей. Идеологическая помощь профсоюзным кадрам. Понимание того, что капиталистическая система уже изжила себя и ее не нужно модернизировать, она должна быть свернута. Дорогие друзья и товарищи, мы в общих чертах описали вам, что такое Всемирная Федерация Профсоюзов и каковы ее цели. Мы готовы возобновить наши братские отношения с рабочим классом России. Всемирная Федерация Профсоюзов многие обязана русскому народу и готова всеми путями помогать укреплению профсоюзного движения Российской Федерации. Да здравствует русский народ, да здравствует русский рабочий класс. Дорогие товарищи, от имени Всемирной ВФП, позвольте мне просить символический подарок вашему съезду. Большое спасибо. Яркий пример выполнения регламента. Давайте поприветствуем.